к стене. Заделан желобок под армировку. Пруд будет кидаться по всему периметру и всей кладке. Это вот, обратите внимание, на сколько комната расширилась, получается, на полметра. Как упоминалось ранее, вот проем. Теперь заподлицо с этой стороны колонны, тут будет ровная стена. Вот так захотел заказчик. Вот эта стена немножко не под 90 градусов в связи с тем, что колонна стреляет вот прям на окно. Если обратить внимание, вот. Поэтому пришлось немножко под углом делать. Это незаметно на глаз, поэтому не страшно сильно. И вот дверь, проем закладывается. И вот новый вырезался. Вот. Там демонтировалось, осталось демонтировать немножко участок. Ну, собственно, все.